Мегапеда хумус, что означает «земляные гигантские ноги». Эта многоножка достигала в длину от 20 до 40 дюймов. Мегапеда хумус имела широкое и плотное тело и являлась роющим видом сороконожек острого черепа. Она рыла землю в поисках нор крупных беспозвоночных или грызунов. Длинные передние пары конечностей использовались для рытья земли, а также для захвата и умерщвления жертвы. Мегапеда хумус является хищником и достигала в длину от 51 до 102 см, в росте достигала от 10 до 20 см и весила от 10 до 25 кг, обитала в пологе джунглей острова Черепа. Если вам понравилось данное видео, то поддержите проект, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, увидимся в новых видео.